Ну вот, друзья, 29 банок. Ровно. Вот такая вот красота получилась. Друзья, приветствую вас. Сегодня буду делать горбушу, консервы из горбуши. Взял там 22 килограмма. Здесь по чуть-чуть, остальное лежит, размораживается. Здесь свежайший прям брикет. Ну, как разделывать там, точнее, она уже потрошенная, без головы. Как там чистить, жабры отрезать, я думаю, показывать нет смысла. Сейчас полосну, внутренности остаточки уберу, плавнички все отрежу, нарежу и будем укладывать в баночки. Ну, какую-то часть буду вам показывать, чтобы ваше время не отнимать и мое, потому что с рыбой вот эта камера возится. О! Ну вот, друзья мои, плавнички обрезал, все промыл, пленочку снял. Смотрите, косточки все на месте, рыбки свежие. Надо теперь нарезать порционными кусками, кому как удобно. У меня будут пол-литровые банки. Нож должен быть острый. Я буду делать вот такими кусочками. Вот так вот. Ну и хвостики вот поменьше. Все, вот такая красота. Ну, как все разделывать, показывать не буду. И так понятно, ничего сложного нет. Ну и там 5800 видео на ютубе можно посмотреть. Как в баночки буду укладывать, там специи, соль, все обязательно покажу. Ну что, друзья, вот такая красота получилась. Здесь баночки уже подготовил. 5 перчинок, половинка лаврового листа, соль и 50 мл масла. Видно? Вот так вот. Сейчас буду укладывать потихонечку. Потом крышечки подготовлю и автоклав. Сейчас покажу. Так вот, раз на дно. Все советуют утрамбовывать плотнее. Как можно плотнее. Так вот. Какая красота. Лезет, не влезет. Вот. Условно у нас по плечике. Вот так вот. Все. Сейчас я баночки набью и вам покажу. Ну что, друзья, получилось у меня 29 банок. Не знаю, впихну, не впихну свой автоклав. Крышечки уже готовлю. Сейчас разогрею, начну закручивать и собираю автоклав. Друзья мои, нас обманули. Я впихнул сейчас 29 банок ровно сюда. Блять, с трудом, но замучился. Но в книжке написано автоклав Wayne на 42 литра, 27 банок, 0,5. Банки у меня все 0,5
Видно? Банки у меня все 0,5. Вот такие вот. 0,5. Видно? Считаем. 30, 31, 32, 33 банки, ребята. 33 банки можно впихнуть вот в этот автоклав Вейн 42 литра. Я в шоке. Так, друзья, все подготовил, все закрыл, водичку налил. Включил сейчас 21 по воде, получается. О, снова прибежал. Сейчас буквально полчасика. Я думаю, надо, чтобы это все вот так постояло, чтобы температура выровнялась. И в банк, потому что рыба была мороженая, да, она разморозилась, но некоторые куски прям холодные были. Сейчас это все постоит, чтобы было все одной температуры. И включу. Ну что, друзья, видно, не видно? А вот так видно. Значит, будем работать в ручном режиме. Паровая зона. Опа, назад. Ручной режим. Стерилизация 40 минут. А температура 115. Поехали. А остывание будет до 50. Убедились, да, кран открыт. Начать, начать. Все, кран открыт. Вода залита. Рассекатель стоит. Все проверил. Пошел нагрев. Я уже тут рыбку подготавливаю. Сейчас буду ее солить. И завтра буду делать холодное копчение. Думаю, будет вкусно. Что, друзья, уже 38. Все идет своим чередом. Я пока рыбку засолил. Посолочная смесь. Сделал 2 к 1. Вот такая вот красота. Поставил под углом, чтобы вот сюда стекал весь сок. Потом кровь, вода. Так, рыбку насухо протер полотенчиками. А, красота. Ребят, пар уже пошел. Сейчас клапан вот этот дышащий должен закрыться. Температура у нас 56-57. Уже слышите, как там все бурлит. Давление пока не поднимается. И вот он сейчас должен закрыться. Ну что ж такое-то? Сейчас рука устанет. Ну, это уже 69. Видно, 70. Ну, вот там уже прорываются у нас, пытаются давление пар выйти. 75. Блин, автоматика вообще удобная штука. Никакого геморроя там следить, что-то. Все напишет, скажет, пропикает. Ну что ж такое, давай закрывайся. 80 уже. Шипит, шипит. Так, сейчас камеру на штатив поставлю.
Вот сейчас как назло выключу, и он закроется. Надо хоть запомнить, на скольки примерно он поднимается. Восемьдесят семь уже. Восемьдесят восемь. Да и хер с тобой, короче. Он там уже все булькает прям. А он, собака, не поднимается. Сколько у нас уже? 92. Ну должен уже стрельнуть-то. Кто знает, какая температура? Напишите в комментариях. При какой он закрывается. А видите, уже пузырик опускается, опускается. Сюда уже брызги идут. Потихонечку поднимается вверх. Обычно выстреливает. А тут вот так вот. Ну, ничего страшного. Уже 95, ребята. А, не успел. Черт. Ну все, ребят, смотрите, пошел пар, сейчас уже 102, мы идем в ручном режиме. Сейчас мы просто берем чик и закрываем кран. Все, и ждем, когда поднимется температура, дальше он дойдет до 115 и включится стерилизация. Все просто. Ну вот, друзья, смотрите, 115 набралось и включилась стерилизация. Все шикарненько. Давление вот такое, вполне все безопасненько, все работает четко. Кому нужен автоклав, по ссылочке внизу можно пройти и получить скидку. Сверху будет зеленая строчка у вас, когда перейдете по ссылочке, скидка 3%. Смотрите, идет остывание, уже 86, ну, клапан опустился. Здесь уже все убрал. Как остынет до 50, там, до 40 вытащу и посмотрим. Ну вот, друзья, 29 банок ровно. Вот такая вот красота получилась, вообще достойно. Ну, дегустировать бессмысленно, а подождать там 2 недельки, чтобы там все перераспределилось. Ну, я уверен, будет очень вкусно. Очень. Ребят, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, комментируем. Автоклав по ссылке, 3% скидка. Также есть плиты iPlate. Там вообще бешеные скидки по моему промокоду. Ставим лайки, подписываемся, ребята.